Сегодня мы открываем выставку. Открываем ее необычно, с соблюдением всех ограничений, поэтому, к сожалению, не в офлайне, а в онлайне. Смартфон в режиме трансляции, маски и всего несколько сотрудников. Наверное, это было самое необычное открытие экспозиции, но зато попасть на него мог любой желающий и совершенно бесплатно. Мы не стали отменять выставку, которая должна была состояться именно в эти даты, но в реальном пространстве, в офлайн режиме. Мы решили ее провести все-таки в онлайн. На выставке представлено более 30 картин, авторами которых являются именитые художники из России и Европы. На полотнах представлены виды дворцового комплекса Альденбургских. Он находится в поселке Рамонь Воронежской области. В 2017 году у нас прошел международный академический пленэр, который собрал вокруг себя художников. Все художники, они являются членами Академии художеств России. И тема была очень простая. Рамонь, ее окрестности, люди, которые проживали в Рамоне, в дворцовом комплексе. Дворцовый комплекс был построен во второй половине XIX века, когда хозяйкой поместья Рамонь стала принцесса Евгения Максимовна Ольденбургская, внучка императора Николая I. Одна из целей выставки – рассказать жителям Москвы и Подмосковья об уникальном музейном комплексе в Воронежской области. Мы идем не от экспозиции, мы идем от людей, которых мы хотим представить. И мы идем от истории, которую мы хотим рассказать. И уже на эту историю работает экспозиция. Идея провести такую выставку появилась после того, как представители музея-заповедника «Горки Ленинские» посетили несколько объектов историко-культурного наследия Воронежской области, один из которых – дворцовый комплекс Альденбургских. В период пандемии мы еще больше почувствовали уникальность собственной страны. Это даже не потому, что некуда поехать. В нашей стране много куда можно поехать. И вот, наверное, одно из направлений – это должна быть Воронежская область. И, безусловно, посетить дворцовый комплекс Альденбургских я бы рекомендовал каждому. Это уникальное место, и тем самым мы помогаем своим коллегам, ну и популяризируем собственный музей-заповедник. Посетить виртуальную экскурсию по выставке можно на страницах музея-заповедника «Горки Ленинские» в социальных сетях. В рамках сотрудничества планируется организация встречной экспозиции в Воронежской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.